Выпускники 2003 года Теренкольской средней школы Касталовского района преподнесли подарок сельским ребятам. Они установили хоккейную коробку в поселке. Перед зимним периодом это отличный подарок для спортивного развития, считают жители. Среди касталовцев стала традицией вносить вклад в благоустройство своего села, делая нужные подарки учебным заведениям и малой родине. Тенденция продолжается и в этом году. Теренкольские выпускники, которые 20 лет назад закончили школу, установили в поселке хоккейную коробку. Думаю, этот объект повлияет на развитие массового спорта на селе. Это одна из крупных площадок. Особенность ее в том, что она универсальная. Зимой здесь можно кататься на коньках, летом на роликах. Специально так продумали, чтобы и зимой, и летом этот объект служил детям. На строительство универсальной площадки потрачены 2 миллиона тенге. Размер спортивного объекта – 30 на 15 метров. В Теренколе тоже растет число благодарных людей, родившихся здесь, получивших здесь образование и желающих преобразить родное село, сохранив его для подрастающих поколений. Спортивная площадка была очень нужна в этом селе, чтобы привлекать детей к спортивным мероприятиям и формировать в них стремление к здоровому образу жизни. Это прекрасный подарок для нас, за что мы очень благодарны выпускникам. В честь праздничной встречи сельские артисты организовали концертную программу. Алмагуль Джампиесова, Мирбек Бисикешев, Колыбек Акрап, Акжай Акпарат.